Всем доброго времени суток. С вами снова Билли. И мы опять подрубаем 20 Minutes Still Down. Если я правильно говорю, конечно, не знаю. Надеюсь, вам не слышны звуки из моей квартиры. А то там, блядь, прям... Ничего хорошего. Так, в прошлый раз мы прошли Захину. Вот, ну, получается, нулевая, первая, вторая, третья, четвертая, пятая. И сегодня мы пойдем за Спарк. Вот, это персонаж, который... бьет молнии. Ваши снаряды бьют молнии, наносящие 5 урона. Прикольно. И я хотел и записать с магическим луком. Вот, мы возьмем сейчас магический лук. Сперва посмотрим руны. Я тут взял Last Tier руну, но боли у меня не хватает, так что пока не будем покупать. Попробуем магический лук. Стреляет стрелами, которые падают на землю. При перезарядке стрелы возвращаются к вам, нанося урон врагам, через которых проходят. Не уверен, что это прям что-то крутое, но посмотрим. Так, тыквенный патч мне не особо локация нравится, мы уже во всех трех были, но я был в лесу несколько раз, давайте в храм пойдем, как бы для разнообразия, так скажем. Так, что у нас, вебку чуть пониже вот сюда, тра-та-та. Ой, а, вот они как летят, стрелы. Они лежат потом, типа, как будто их подбирать надо. А почему анимация перезарядки лука такая странная? И тут, мне кажется, кстати, тоже надо брать дабл снаряды. Ну-ка, что у нас тут? Поджигатель. Спешка, темп стрельбы, искусство тьмы. Давайте попробуем что-то другое. Например, раскачать искусство тьмы по максимуму. Через проклятие. Как бы, если будут молнии, возьмем молнии. Но пока хочу вот искусство тьмы попробовать. Я ни разу еще со старта его не брал. То есть это будет основной навык у меня, по сути. Посмотрим, как оно сработает. Плюс у нас сложность повысилась. Как бы, игра-то не сложная, но посмотрим. Так, электровыстрел. Берем больше молний. Больше молний. Персонаж с молниями, плюс еще обилку на молнии. Как бы, все рассчитано. Ну, пока мне лук не сильно нравится, как будто то, что он возвращается, это стрелы возвращаются, как будто это не прям что-то мега полезное. Призрачный друг. Подзарядка. Электрожук. Давай еще больше молний, постараемся пока через молнии поиграть. Проклятие, конечно, хорошо, но, видимо, они не станут прям дикой имбой какой-то. Пока надо юзать вот этот навык, что стрелы летят. Бля, слушай, а то, что шестая тьма, это прям проблемно. Тут же будет много этих взрывающихся тварей, по-моему, в этой же локации это будет. Так что надо как-то скорость передвижения или ХП, что-то такое. Темп стрельбы, волшебное копье, живучесть. Как будто живучесть надо качать. Потому что 3 хп это вообще не густо. Шестая тьма. Думаю, сразу начнем качать живучесть. Возможно, это ошибка. Не знаю. Все, пошли эти уже твари. Плюс заморозку на этом уровне надо брать. Я об этом не подумал сразу. Надо было. Если увижу скорость передвижения, на автомате беру, потому что это очень полезная тема. Так, увядание. Проклятые атаки получают... А, проклятые враги получают больше урона. Шанс восполнить снаряд, когда молния поражает врага. Давай вот это возьмем. Попробуем раскачать навык молнии, потому что там... А, нет, мне нужно ветряных пидорасов качать, чтобы был вот это ауешный спелл. Это не молния, это именно... Ну ладно, ничего страшного. Великан. ХП, размер персонажа. Темп стрельбы, скорость бега. Маэстро молнии. Урон от молнии увеличен, область действия увеличена. Маг воздуха. Не, мы давай молнии раскачаем все-таки. Потому что персонаж молниеносный. Ух, как я выжил! Что случилось? Как я выжил? А реально, как я выжил? Надо было брать скорость передвижения. Еле-еле, это будет очень сложно. Увядание, ледяной маг призывает молнию.
Ну давай. Не самый лучший навык, потому что щит мне уже сбили. Я даже не заметил, когда это произошло. Ух, вышел, 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 красиво. Так, подбираем опыт. Надо больше подобрать. Выходим. Ох, подорвал. Фу, быстрый щит. Думаю, надо брать, надо брать. Теперь у меня щит чаще кдэш... Ой, ну быстрее откдэшится, если вдруг что. Ух, минус щит. Ну ничего, минуту потерпеть и снова будет. А, щит души. Получите сердце души. Двойной выстрел. Беглый огонь. Беглый огонь. Не, давай двойной выстрел возьмем. Как будто это лучшее, что у меня есть. А как я... А, я босса убил тем, что подорвал рядом челов. Каждый третий удар молнии наносит двойной урон и заряжает один снаряд. О, это прикольно. Ну, типа, плюс урон. Приятно же. В любом случае будет, наверное... Ух, блядь. Фух, еле выжил. Как они меня сейчас не коснулись? What the fuck is going on? Вот сейчас, по-моему, у меня ГГ. Раздельный огонь. А, давай раздельный огонь и вперед пробежать. А, я вытолкнул его. Нормально. В принципе, чем больше стрел... тем больше потом херни будет возвращаться. То есть это прям двойная синергия. Даже не двойная, а еще... Короче, прям нормально. Молний много, возвращаться много стрел будет. Короче, красиво. Под щитом. И плюс в ХП выхожу. Может, еще какие-то орб-эффекты потом накину. Пока спасаюсь я тем, что я просто двигаюсь нормально. Во, раздвоение. Давай, да, раздвоение. Много-много-много стрел. А еще надо темп стрельбы увеличить. В итоге проклятие я так и не замейнил. А почему она сейчас так ускорилась? Это вообще как работает? Смотрите, сколько стрел. И они все потом ко мне вернутся. А как это работает? Почему? А, у меня просто восстанавливается много. Ух. И все это в босса прилетело. Нормально. Увядание. Перезарядка, темп стрельбы. Возьмем вот это. Блять, урон получил. Нехорошо. Уже минус 2 хп. Блять, минус 3. Не очень хорошо дела обстоят. Надо максимально сейвово сыграть. Мне нужно сейчас как-то что-то делать. Как-то спасать ситуацию. Опять выбрасывает меня это говно. Благодать. Щит души. Мне надо брать совсем другое, но придется брать щит души. Это должен был быть минус щит души. Почему меня это нокнуло? Непонятно. Ладно, ладно. Сейчас все исправим. Обидно, конечно, что я так косякнул.
Сейчас мы все, блядь, исправим. Надо, короче, сразу выходить в скорость передвижения. Я совсем забыл, что это здесь важно. Щит души очень неплохой был выбор. Раскачивать и молния мне тоже нравится, в принципе. Но как будто спешка вот это важнее. Потому что я из-под этого босса банально не могу выйти. Так, что у нас тут? Электровыстрел. Берем. Электровыстрел плюс спешка. В принципе, неплохо звучит. И обязательно надо брать двойной выстрел. Мне очень понравилось, как стрелы с ним работают. Так, беги и стреляй. Скорость. Подзарядка. Да, берем, беги и стреляй. Проклятие сейчас не будем брать. Ну, либо возьмем его, но попозже. Просто я понял, что мне важнее сейчас взять. На этом уровне. То есть в этой локации, на этом персонаже, как бы, есть определенные вещи, которые я бы хотел. Беглый огонь, темп стрельбы, поджигатель, ледяной маг. Давай беглый огонь. Раз мы берем беги и стреляй, то и беглый огонь тут неплохо зайдет. И больше мол не будет прокать. Так, ну пока нормально, пока норм. Дыхабельно. Легкие снаряды. Жук. Священный гнев. Священный гнев, потому что нам надо молнию. О, ну, щит. КД щита, короче, хочу я сделать нормальным. Но я так не нашел пока двойного выстрела. Тоже очень важный навык, который я хочу взять. Ой. Чуть-чуть не ошибся. Нам очень нужно щит до минуты свести. КД шелся быстрее. Легкие снаряды. Магазин, темп стрельбы, скорость бега. Берем. Самонер я просто не планирую делать, а там почти все навыки были самонерские. Еле-еле. Ух, сейчас меня бахнет, наверное. Так, рикошет. Хочу ли я рикошет? Наверное, лучше темп стрельбы продолжить брать. Блин, да, меня бахнуло. Тупая ошибка. А КД щита я так и не урезал. Что еще тут возьмем? Палящая скорость. Поджигает плюс скорость бега. Давай. Скорость бега тут очень нужна. Для правильного кайтинга. Босс чисто от бомб взорвется. Вон его уже две пробили. Фух, успел. Все, блядь, все легко. Каждый третий удар молнии носит двойной удар. Заебись. Резиновые пули. Быстрый щит. Быстрый щит — это хорошо. Мне нравится. Все. Этот навык получен. Хорошо получилось. Но мне нужны двойные стрелы увеличивать.
Во все оружие. Перезарядка, магазин. Давай. Не очень хорошо будет стакаться с двойными стрелами, но это не важно. Это вообще не важно. Главное быстро бегать. Как будто мне сейчас больше нихуя и не надо. Ой, меня сейчас чуть не продамажило. Нормально. Ой, это я чуть-чуть не ошибся. Мощный выстрел. Блять, нету. Ну давай, сердце души тогда. Нам надо как-то жить. Персонаж, который не хочет впитывать, но на этой локации придется впитывать. Блять, чуть не ошибся. Но вроде нормально. Скоро босс. Да, а кстати, говорит, помянешь черта, и вот он. Щит восстановился. Что здесь мы хотим? Попутный ветер. Ну, как будто да, надо брать. Успел убежать. Хотя этот Жандон максимально хотел мне поднасрать. Блять, он за мной по кругу собрался носиться. Ебать, он реально за мной до того вокруг гонял. Пидорасик. Ух. Оттолкнул? А как? Слушай, а я до сих пор босса-то не победил. Блять, минус сердце души. Цене очень круто. И бомбов-то уже мало. Еле, блядь, выжил. Так, что мы хотим? Электрожука, осада. Нет, электрожука берем. Блядь, опять потерял хп. Пизда, еще минус хп, бля. Хуёво, что нет стрел дополнительных. Пизда. Но я не знаю, что делать. Не пришли нужные мне обилки. Ладно, сейчас все поправим. Сейчас все будет норм. Давай, давай, чтоб сразу повезло, хочу с обилкой. Хочу. Вот я хочу. Вот, давай берем вот это двойной выстрел. Больше стрел. Больше урона вокруг меня. Отлично, с этим навыком повезло. Что у нас дальше? Спешка. Отлично. Второй шикарный навык. Именно то, что мне нужно. В принципе, даже проклятие неплохо смотрится. Если будет много стрел, и я буду быстро бегать и много стрелять, то почти все будут, ну, все, кто рядом, будут под проклятиями. Косащий души, живучесть. Давай через живучесть. Не надо щит души. Я думаю, живучесть поможет мне.
Так, живем пока. Щит души. Электровыстрел. Давай вот так. По сути, у меня сейчас есть все ветки, которые я хотел. То есть сейчас просто грамотно порядок, очередность получения их сделать, и нормально будет. Как будто бы и молния, и живучесть, и спешка, и щит, и двойные стрелы, все есть. Палящая скорость. Скорость. Давай пока вот так. Потом в скорость будем выходить. У меня просто получилось так, что у меня молнии дамажат. И сами стрелы с лука. А больше-то нихуя. Вот, поэтому то, что они возвращаются, это важно. Чтобы они еще урон наносили. Берем опять жука. Лишние молнии не бывают. Особенно у этого персонажика. Ну и плюс тьма новая. Непонятно, как она будет у меня. Ну, действительно прям сложно. Или не прям сложно. Посмотрим. По мелким могу стрелять, а вот больших надо подходить. Точка кипения. Палящая скорость. Вот, берем. Отлично. Скорость передвижения. Сейчас уже актуально как никогда. Щит, правда, я еще не раскачал. Но я, по-моему, на него тоже взял обилку. Если не ошибаюсь, конечно. Так, больших подорвал. Еще один большой. Так, маэстро молнии, наверное, надо взять. Мне кажется, он... Да, все, изи, босс. Молнии поджигают врагов, нанося урон. О, тоже с одной стороны неплохо. Искусство ветра. Наверное, я возьму еще ветер в добавку. Хочется пассивного урона. Молнии плюс ветер будет, наверное, неплохо. Как будто... Кажется, что это будет норм. Посмотрим. Я еще много важных навыков не прокачал, которые хочется мне. Но уже взял что-то новое. Экспериментатор хуев. Можно больше цепной реакции взрывов? Надо больше. Темп стрельбы. Давай, дитя ветров. Вот, урон за счет скорости бега. Отлично. Урон у ветра за счет скорости бега. Учитывая, что я уже качаю скорость бега, то ветра будут очень хорошо дамажить. То есть я могу бегать. У меня жук молнии дает, и ветра что-то придумывают. То есть не обязательно прямо всегда стрелять. По крайней мере, на данном этапе мне это прям плюс. Еще и синергия. Некая. Плюс уровень. Это у нас священный гнев. Вот на щит мы взяли обилку. Так, босса пока быть не должно. Слушай, а они реально дохнут и без моего участия? Это же хорошо. И без нажимания мышки. Пока что да. Там посмотрим, конечно, как все это работать будет. Ой-ой, это была ошибка серьезная. У меня и минус щит, и минус два сердца. А как я проебал момент, что у меня нет двух сердец? Что-то я реально проебал это. Твоего босса бы убить быстрее было прям норм.
Скорость ходьбы, давай. Нужно больше урона, чтобы прям босса этого убить. Для этого надо мне постреливать, не только, блядь, бегать. Чего он никак не сдохнет? Почему ты не хочешь умирать, а? Босяра. Все, пошли, блядь, эти не взрывающиеся, обычные. Против них уже урон нужен, а не скорость бега. О, щит вернулся. Но у меня одно сердце, и вот щит уже пропал. Блять, я сейчас в шаге от ошибки. Блять, сейчас убьет меня. А, магистр воздуха. Давай. Блять, коснулся, да ёбаный в рот, да что не так, нахуй, бесит. Это сложнее вышло, потому что на этом уровне у меня не все гладко. Ну, надо как-то выбрать конкретный навык и раскачивать. Я что-то, блять, за все взялся, даже не знаю, гайс, надо подумать. Не получается у меня убить гребаного второго босса. Давай, каждый второй выстрел молния. Все, хотел молниеносную делаю. Но надо в первую очередь выкачать помимо молнии два навыка. Скорость передвижения и количество стрел. Вот. Здесь ничего подобного нет. Но есть сейвовый, неуловимый. Давай попробуем неуловимого. Хотя бы эксперимент проведем. Потому что неуловимого я ни разу не качал. А вдруг это то самое? На данном этапе, типа, нормально. Посмотрим, что дальше будет. Опять хуёво все. Ну, давай ледяной маг. Вроде как не так плохо. Короче, не приходит. Мне нужны обилки опять. Опять приходится выдумывать что-то. Что мне ледяной маг нравится. Это обилка. Давай, давай, качаем. Священный гнев. Осколки льда. Слушай, священный гнев берем. Ой, и взял осколки льда, блядь. Короче, осколки льда для большего клива. Хотя вот смотрю сейчас, и как будто не сильно это спасает. Хуй знает. Не смог подобрать весь опыт, сейчас бы его сразу апнул, но вот только сейчас. Вот, шустрый. Уклон, скорость бега. А, слушай, неуловимый-то тоже скорость бега дает. Вот как. А уклон, типа шанс, что по мне урон не нанесут, как в других играх? Или тут как-то иначе работает уклон? Посмотрим, ладно. Копье, заморозка. Наверное, надо заморозку из того, что есть, брать.
Все, можно сейчас скоростью передвижения качаться. Жук. Вроде скорости нет тут. Жук это молнии дополнительные. Плюс чуть больше пассивного урона. Хорошо. Ловкость рук, перезарядка. Давай благодать. Чуть-чуть отклонились. У меня до сих пор нет двойных выстрелов, до сих пор нет спешки. Это не есть хорошо, если честно. А чё вы не... Давай, брукай. Нужны взрывы. Блять, минус щит. Ну ладно, хотя бы обилку выбил. Урон снарядов. Минус 25, урон от молнии повышается. Ага. То есть мне теперь, блядь, молнии надо раскачивать. Пизда. Перезарядка. Давай, это молнии. Просто у меня перезаряд. Молнии-то дохуя будет, так что стакаться будет неплохо, эта тема. Это именно из-за нее я тогда дохуя стрел смог настакать. Много опыта, надо подобрать. Ловкость рук, быстрый щит, темп стрельбы. Давай быстрый щит сделаем. Хочется щит заполучить быстрее. Там тоже плюшки, когда он активен. Да и пока что это единственный сейф у меня. Нужно еще скорость передвижения вкачать. Скоро появится долбоеб этот бегающий. Фу, блять, минус щит опять, ну пизда. Че ж мне так не везет-то с этим щитом ебаным? Это что сейчас? У ворот? А, это у ворот был. Священный гнев. Призывает молнию. Давай. Спешка-то не прокает меня. Сука. Хотя бы у ворот прокает. Который я прокачал. Уже что-то. Блять. Как? Вот сейчас вообще неочевидный был урон. Я его получил, однако. Из-за того, что у этого большого моба... Ауе большой. Раскол, либо рефлекс. Лучше скорость бега взять, потому что скоро появится долбоёб этот. Вот и он. Мне надо как-то выживать. В этой, блядь, игре... Щит есть. Выблюдок тоже этот появился. Фу, даже щит не сбил мне. Повезло. Нормально. Нанес урон вроде бы ему даже. Прицеливание. Маэстро молнии, давай. Заморозил, хорошо. Живем или нет? А где двойные выстрелы? А где спешка? Почему мне это все не приходит?
Ух, он выпустил почему-то своих детей сбоку как-то. Не в меня. Не хватает урона массового. И босс никак не умрет, блядь. Основная проблема, по сути. Блять, минус щит. Это хуево. Мои вещи опять взрывающиеся пойдут. Если они пойдут, то будет чуть проще. Раскол. Выжил. Блять, уклон прокнул. Воздух. Давай, ладно, возьмем перезарядку. Уклон сработал опять. Нихуя, как у меня с него прет-то. Блять, а вот сейчас не проперся. Снова. Блять, а вот сейчас никак. Ну, мне не пришел урон, что я сделаю? Пизда, блядь. Обидно. Ладно, у вас трай. Иначе я расстроюсь совсем. Напоминает братейта. Учитывая, как я стал часто ошибаться. Тоже там обилки не приходили. Вот, это берем. Все, двойной выстрел. Там еще урон мне, блядь, уменьшили. Зато поджигание дали. Нахуй мне ваше поджигание. Не, ну, окей, может быть оно и хорошо, но паки все равно жили, к сожалению. Раздельный огонь. Вот, хорошо. Нормально. Можно отнестись к ее обилке молнии, как будто бы это просто дополнительный приколдес. Но то, что начал я с двойных выстрелов, это хорошо. Спешка. Найс. Спешка — это запись. Интересно, можно взять у ворота и спешку вместе? Это было бы прям найс. Найс. Это было бы круто, потому что прям огромная скорость была бы. Плюс мне понравились увороты. Они прям имба. Часто прокают. Ладно, давай круговой обстрел возьмем. Как будто это прям неплохо звучит, круговой обстрел. Беги, стреляй. Перезарядка, темп стрельбы. Давай, беги, стреляй. Слушай, ну это, по-моему, лучший старт от всех, что были. Пока нравится. Особенно против вот этих вот больших скоплений мобов. Путный ветер. Можно еще ветра взять. Там скеллинг урона ветра от скорости передвижения. Если я возьму у вороты, то надо брать ветер. Звучит очень круто. Не получил вроде урон. Палящая скорость. Все, уже больше скорости, чем было в некоторых забегах сегодня. Прям приятно. С кайфом, я бы сказал. Надо будет о выживаемости как-то подумать еще.
то есть это либо сердца, либо непосредственно живучесть. Посмотрим. Неуловимый. Ебой. Поймайте меня, блядь. Главное, блядь, с уроном немножко тоже определиться. Чем мы будем наносить урон? Пока что как будто мало, блядь. Уже минус хп. Зда. Ну, я не знаю тогда. Не, ну урона, наверное, будет считаться то, что у меня несколько стрел. Блядь, еще минус хп. Уже хуёво. Уклон, размер персонажа. Ну, давай. Каждый третий удар молнии носит двойной урон. Но это, наверное, лучший вариант, чтобы у меня больше урона было. Надо поосторожнее играть. Мне нужно как-то какой-то подхил замутить. Чего? А как? От чего он взорвался от урона от моего? Ладно, это не последний трой. Сука. Бля, ну я не знаю. Сложно сказать. Пешка. Ну, пока нужна она, пока нужна. Наверное, уклон со спешкой брать ошибка. Хотя ошибка это, блядь, терять хп, как я их потерял. Ну, очень глупо. Не хватает урона, а у Е какого-то. Вот, берем. Найс. Все, ура, двойные есть. И спешка тоже хороший старт. Главное правильно сыграть. Ну, то есть разобраться по приоритетам. Ну и к хп не терять так тупо. Маг воздуха берем. Пассивный урон, хорошо. Сейчас возьму, короче, тиры, которые мне нужны. Мака воздуха, потому что тоже скилится от скорости передвижения. И у меня урона не хватило банально. Мне кажется, в будущем. А, благодать. На самом деле щит тоже дает. Благодать дает скорость передвижения. Я уже начинаю понимать, как сделать флеши в этой игре. Максимально быстрого перса. Так, чё-чё-чё. Чё-чё-чё. Искусство света. Перезарядка, темп стрельбы. Ну давай, просто там реально больше нехуй брать. Хуйню одну предложили. Пришлось брать перезарядку. Привет, Ириш. Еще раз. Сейчас я. У меня просто все не очень хорошо идет. Я как маленький ребеночек сейчас на видосе, которую мама пришла отчитывать. Ну, жена уже. Все, гайс. Раньше мама, сейчас жена. В компьютер не дает поиграть. Палящая скорость, электровыстрел. Давай скорость дальше продолжим брать. Потому что с уроном вроде не так плохо, да и палящая скорость это тоже урон. Вроде бы. Короче, все, максимальная концентрация. Блять, и минус щит сразу. Ну хоть не хп. Но минус щит это уже минус талант и минус право на ошибку.
подрываем. Подрываем. Ой, блядь. Как будто сейчас хп должен был потерять, но вроде бы нет. Во все оружие, магазин, перезарядка. Я не знаю, давай магазин тогда качать. Перезарядка вроде как быстрее. Но магазин лишний, зачем мне это? Ладно, сейчас как будто достаточно просто бегать. Блять, у меня эта игра меня до инфаркта доведет. Бабах. Вы будете делать бабах? О, быстрый щит, отлично. Сейчас откатим. Катим щит. Есть, щит на месте. Первый босс. С ним я всегда легко справлялся. Блять, чуть щит сразу сходу не потерял. Пока живем. Осталось нарисовать себе уклонение и двойной выстрел докачать до кругового. Ну, по максимуму, короче. Можно еще молнию взять. Неуловимый. Бля, надо брать. Увороты нужны. Они мне очень много выживаемости добавляют. Сейчас подорвут босса. Да, хорошо. Пока подбирать не могу. Подрываем всю хуйню. И идем за сундуком. Че там? Урон снарядов, урон молнии. Да блять, это вообще не то, что надо. Ну типа хуйня. Могло быть лучше. Священный гнев. Шустрый, давай шустрого мне. Блять, минус щит, да ебаный в рот. Опять проебался. От чего заморозка идет? То есть от любой моей атаки она прокает. То есть и от ветра, и от молний. Прикольно. Подрывашкины. Блять, бежим. Нужен уровень. Ждем этого барана ебаного. Скорость, шанс у ворота. А, у ворот увеличится за счет скорости бега. Ебать, слушай, а это имба с моим-то билдом. Ух, ёпта. У, сука. У, ёпта, у, сука. Бля, я как дед стал общаться. Почему-то у меня фразочки пошли какие-то дедовские. Наверное, это возраст. Нет! Блять, кабан ебаный. Все, full concentration. Кабан пришел. Он меня уже несколько раз убил. Глаз бури берем, хорошо. Тоже нормально. Пассивная хуйня. Хоть что-то. Надеюсь, с нее прокает огонь, заморозка тоже. Все, я для него, в принципе, не уязвим. Надеюсь. Лишь бы, блядь, не подорваться на какой-то хуйне. Просто, блядь. Концентрация, концентрация. Блядь! Познал, блядь, спокойствие и дзен. Сейчас мы регнем щит. Все будет нормально. Почему ворот не прокнул, блядь? Где щит опять мой? Кончился? Сука, бежит кабан. Почему кабан, кстати? Какой-то одноглазый монстр, я его кабаном называю. А вот сейчас уже проблема, сейчас бегать недостаточно. Сейчас нужен урон и в больших количествах. Это уклонение, я проперся на них. Сейчас глаз бури должен тащить. Вспоминение, что еще берем, что... Кроха, нет, хуйня. Чё, блять, надо взять? Давай, скорость стрельбы попробуем. Но это все хуйня, мне нужен что-то урон какой-то. Я сейчас могу стрелять без остановки почти. Щит восстановился и сразу проебался.
Кто бы сомневался. Качаем. Блять, уклонение хорошо, нормально. Чуть-чуть в бок. Кабана, блять, пережить надо, ебаного. У меня, блять, уклонение сработало, но при этом ХП все равно потерял. Уклонение снова, 2 ХП. Бля, как уклонение тащит. Давай круговой выстрел, обстрел, да. Умри, пожалуйста, уже, блядь. Кабан ебаный. Тебе тут никто не рад. Съеби нахуй. Пожалуйста. Никто не приходит в гости к тому, кто тебя, блядь, не ждет. Блядь, чуть не сдох. Что здесь? Давай скорость бега еще увеличим. И огонь. Щит треснулся. Хорошо. Убить кабана надо, убить его нахуй. Я на самом деле вроде еще могу урон от скорости у штормов сделать скеллинг, но мне он пока не пришел. Давай заморозку. Для убийства босса заморозка вообще лучшая хуйня. Сейчас он замерзнет и сдохнет нахуй. Надеюсь. Давай, сдохни, блять, уже, пожалуйста. Сколько можно? Это, конечно, слова моей жены сейчас. Сколько можно? Электровыстрел. Кабан, если ты сейчас сдохнешь, ты обеспечишь мне победу, возможно. Если нет, то, блядь. На нет, сюда и сюда нет, как так говорится. Кабан не хочет умирать. Понимаю, я бы тоже не хотел умирать на его месте. Чем мы хотим? Жука? Да, жука. А возможно, надо было перезарядку. Нет, живем пока. Кабан, все, изыди, пожалуйста, из этой игры, из этого мира. Из моей комнаты. Стрелы... Что? Давай вот это. Хуя! Это теперь молния по всей карте? О! Ну теперь точно кабан должен отъехать. Кабан отъедет и, блядь, спокойно будет. Урон штормов берем. Кабан заебал. Есть, все, кабан сдох. Все, сейчас иди, будет перезарядка, урон снаряда, выстрел последним патроном. Берем том электро, чтоб все через электричество. Все, молнии по всей карте бьют, это уже прогресс. Реальный огонь. Подзарядка, давай подзарядку. А че она не стреляет? Как-то иначе стало стрелять. А, понял, у меня не кончаются патроны, и поэтому круговой обстрел у меня не прокает. Заебись, придумали, конечно. Священный гнев берем. Очень много опыта. Кальян, все? Понял. Курение вредит здоровью, если что. Мне кажется, мои видосы могут блочить в будущем. Я как будто пропагандирую. Возьми. Темп стрельбы, убийственная бомба. Скорость перезарядки. Давай, скорость перезарядки. Хотя я до нее как будто не дохожу. Наверное, хуйню сейчас я взял. Надо было брать темп стрельбы. Да. А я взял скеллинг у штормов от скорости перемещения или так и не взял? Раздельный огонь. Давай. Это тоже хорошая тема. Больше стрел по всей карте.
То есть везде, где лежат стрелы, туда прокают молнии, да? Правильно я понимаю? Ебать. Да я не вижу теперь нихуя, что происходит на карте. Понял, как это будет. Хорошо. Кроха. Ну тогда мне выгодно настакать сейчас. Так, гайс. Пришлось немного прерваться. На футбол, на жену. Вот, но мы все равно возвращаемся к игре. Тут у меня очень даже у нас таки все неплохо. Наконец-то одолел я этого пресловутого кабана. И сейчас у нас вроде как все хорошо. Но появляются новые мобы, и у меня нет здоровья абсолютно. То есть надо сейчас не ошибаться и какой-то талант на ХП себе замутить. В противном случае это все быстро сейчас закончится. Надо что-то делать. Это был ворот, повезло. Из-за этих молний я ничего не вижу. Решил я их слить. Надо что-то делать. Все, может сейчас что-то будет. Раздвоение. Блять, это не совсем не то, что мне нужно. Скорость бега повысить. Каждые 10 секунд повышают скорость бега. То есть и у ворота будут больше. Но здесь будет удвоение снарядов. Наверное, лучше взять удвоение. Так будет гораздо больше снарядов и больше урона по карте. Мобов что-то много. Опять увернулся, серьезно? Пать, как мне везет. Ну, без шуток, это прям везение. Босс пошел, блять, уже босс, серьезно. Чуть-чуть количество мобов уменьшилось, но количество снарядов, летящих мне в лицо, не уменьшилось. Сейчас мы стрел наделаем. Сегодня, конечно, главное открытие для меня это талант на уворот. Он оказался нереально мощным и полезным. Делаем побольше всей этой херни. Сейчас все это притянем. Да, есть. Ежишь. Стараемся с краешку ходить. Так, чуть снаряд не поймал. Отлично. Правда, босс не умирает почему-то. Уровень есть. Чё берем? Нам ну, что-то на выживание. Маэстро молнии или осколки льда? Наверное, надо маэстро молнии, потому что у меня много молний. Очевидно, это даст мне больше. Притягиваем, но босс никак не хочет умирать, сука. Так, это мы задоджили. 7 минут на таймере. Босс пока живет. Снаряды в меня летят. Неумолимо. О, все, пошли летучие мыши эти, блядь. И снаряды будут тоже. Блядь. Альмыши это, блядь, живучие. Притягиваем, живем. Повезло. Что у нас тут? Каждый третий удар молнии наносит двойной урон. Ну, как будто бы хорошо, а как будто и... Надо что-то делать с ХП, иначе я сейчас тут закончусь. Ворот, повезло. Везение мое может скоро закончиться. А что, у меня щита нету? Чешо. Походу, щита у меня нету. Вернулись. Фух, зачищено. Уровень, уровень, пожалуйста. Есть. Чем мы тут возьмем? Щит души, наверное. Вряд ли заморозка вроде хорошо, но надо щит души брать. Да, берем щит души. Это хоть немножко выживание даст мне.
Интересно, а что сперва прокает, щит или у ворот? Хотя бы одну ошибку можем допустить. А сейчас вот опять у ворот прокнул. Стрелы, к сожалению, урона очень мало наносят. Поэтому все зачищаю я только если я их призываю обратно. Давай, вот сейчас, да, хорошо. Щит прокнул, и мне его тут же сняло. Заебись, конечно. Ну, в кавычках заебись, как бы это плохо. Не, ну щит-то очевидно, слетать должен первым. Так, хорошо, еще уровень. Расширение души. Получите сердце и увеличьте максимальный лимит. Да, давай. Да, на самом деле, потом можно и карту чистить этими сердцами. Мне бы урона чуть больше. О! Босяр пришел. Ищу пламя. Причем... Ой, щит восстановился. Два сердца души. Окей, вроде ситуацию немножко я выпрямил. Но! Босс неприятный. Третье сердце, хорошо. При этом у вороты. Окей, вроде как дыхабельная ситуация. Но мне кажется, босса буду очень долго я убивать. Щупалец надо уворачиваться. Уровень. Мощный выстрел. Скорость бега каждые 10 секунд. Связь душ. Да, давай связь душ возьмем. Конечно, не урон не апает, но чаще сердца, больше сердец, и при этом чистится карта. Думаю, это не так плохо, но надо будет что-то еще на урон. Потому что если после этого босса вылезет еще босс, то будет плохо. Хотя мне и на этого как будто бы урона не хватает. Зачистил, хорошо. Подобрать теперь все. Вся карта забита опытом. Так что, в принципе, подбирать есть что. Опа, сердце прокнуло. Уворот не сработал. Бля, потно, щит появился. И тут же слетел щит. Блять, как все плохо, еще минус сердце. Что-то поджигатель. Снаряды поджигают. Живучесть. Ну, давай, надо урон как-то. Хотя бы поджигание взять. То ворот был, хорошо. Еще минус сердце, блядь. Мне что-то бы от тычек как-то поднять бы урон. Вот этого не хватает именно урона. Блять, еще сердце минус. Что делать? Давай попутный ветер. Об скорости, об поворотов и об, в принципе, урона. Как бы. Щит. Блять, потерял щит, понял. Так, зачистили. Стреляет по мне, паскуда. Блять, у ворот. Ладно. Надо еще уровень апнуть. В принципе, дожил я до уровня еще. Фу. Магнетизм, яйцо дракона, коса, линза.
Что-то вообще таланты хуёвые пришли. Попробовать линзу, что ли, взять. Коса что даст? Тоже скорость бега там будет. Магнетизм. Давай проклятие. Урон апнется от этого, конечно. Блять, уворот. Живем, живем. Есть еще босс. Пизда. У меня по боссам урона вообще нет. Так, щит появился. Еще одно сердце души. Это хорошо. Наверное. Еще уровень. Увядание. Проклятые враги получают больше урона. Сила душ. Ваша пуль наносит урон за каждое сердце души, которое у вас есть. Дум. Наверное, надо увядание. У меня есть вот это. Сердце души. Каждые 90 секунд. Увядание потом даст ритуал. Блять, минус сердце. Хуёво. Мне боссов надо убить. В принципе, проклятие это урон по боссам-то дает. У меня его особо нет, к сожалению. Вороты прокают. Уже уворачиваться, блядь, некуда. Что тут берем? Огненный шар. Давай, дум. Сердце пока еще на месте есть у меня одно. Как же мне везет на увороты. Блять, все, последнее сердце. Пизда. Очень нужен смерть босса, но он не хочет умирать. Я бы даже сейчас живучий. О, умер один босс. Молнии поджигают, бля, хуйня. Вообще не то, что надо. Сила душ. Сколок льда. Магнетизм. Ладно, давай. О, сердце прокнуло наконец-то. Вы выжили. Но босса я не убил. Блять. Ну ладно. Думаю, что... Ну, я же все равно потом на 15-х волнах буду траить всех персонажей. И оружие еще потраим. Посмотрим. Возможно, это не самое лучшее сочетание, но на 6-й волне, во всяком случае, за спарк я выжил. И с магическим луком тоже выжил. Так, у нас 32 тысячи есть. Можно взять какой-то талант. Ну, я думаю, надо брать в щите какой-то хороший талант, потому что здесь у меня взят вот... Каждый третий выстрел имеет бесконечное пронзание. Это плюс. А что мы берем тут? Восстанавливает одну очку здоровья каждые 5 уровней и увеличивает получаемый опыт на 4%.
Каждые 30 секунд получаете сердце души. Максимум 3. Увеличивает максимальный лимит сердец души на плюс 1 за ранг. Получите щит ветра, который блокирует вражеский снаряд. Щит ветра перезаряжается через 10 секунд. Время перезарядки уменьшается на 1 секунду за ранг. Ветрозащитный экран. Вроде вот это звучит сильно, но это всего лишь от снарядов спасет. То есть от прикосновений нет. Так что, наверное, лучше взять вот это на единичку. Сердец души плюс 1 за ранг. Ага. А смысл вот это апать? Ну ладно. Тут что у меня? Ну как будто хочется вот это заапать еще раз. Так, в принципе сильно. А что next попробуем мы потом? Гранатомет и какой-то геройчик. Наверное, Лилит призывает души убитых противников, наносящих 8 урона ближайшим врагам. Некромант, блядь. Так, окей. Если даже это будет Лилит. Гранатомет. Стреляет гранатами, взрыв может ранить персонажа. Ага. В принципе... Звучит неплохо. Очень много АОЕ урона, и потом убитые противники будут подниматься. Наверное, норм. Да, наверное, в следующий раз мы именно это и попробуем сочетание. Вот, ну а я заканчиваю. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в сообщество ВКонтакте. И увидимся с вами в следующих видео. С вами был Билли Поттер. Всем пока.